Усім вітання, друзі. Мене звати Ігор Гаврищак. Це YouTube-платформа 24 каналу. Традиційно попрошу наших глядачів, постійних, нових, бути активними, ставити лайки, коментувати, звичайно ж, ділитися нашою розмовою. Я з великою радістю вітаю нашого гостя. Це є Сергій Жернов, експробітник КГБ та зовнішньої розвідки Російської Федерації. Сергій, вітаю. Здравствуйте, Ігор, і привіт всім нашим зрителям. Сергій, наверняка в первую очередь хотел бы вас спросить о Сирии и то, что случилось в Сирии за последние 11 дней. Потому что за 11 дней рухнула целая эпоха и целая такая вот длительная семейная, да, асадовская диктатура. Насколько вы считаете, что это стало неожиданностью для Путина и для Кремля? Потому что вот говорят, что разведка, что Турция и Эрдоган... 6 месяцев назад, полгода назад уже знали, что повстанцы будут действовать и будут наступать. По базах России, по ударах по технике, по тому, как Россия, российские военнослужащие бросали свою технику, очевидно, что Путин не знал, а Эрдоган ему ничего и не сказал. Как вы оцениваете все, что там случилось, и насколько это ударило по Путину, по его имиджу и по его статусу в мире? Ну, давайте начнем с конца. Это очень сильно ударило по Путину, это очень сильно ударило по его статусу, потому что стало понятно, что Российская Федерация реально не может за пределами своей страны никого защищать, никому помогать из тех даже кровопийц, убийц и диктаторов, с которыми она постоянно работает. Для меня это не стало неожиданностью в том плане, что даже в наших беседах я вам говорил, что все диктаторские режимы обрушаются вот так, как это произошло в Сирии. И как до этого произошло там в нескольких других странах. То есть, грубо говоря, это происходит быстро, это происходит вот так же, как это было при Советском Союзе. Еще неделю назад все были уверены, что режим очень сильный, что он всех контролирует, а потом за неделю он рушится, никто не выходит его защищать и так далее. Мы это увидели у Путина уже полтора года тому назад, когда Пригожин пошел на Москву. Один в один. Просто другое дело, что в отличие от сирийских повстанцев, Пригожин не шел свергать Путина. Он на самом деле шел с ним договариваться. И испугался дойти до Москвы. Вот если бы Пригожин дошел до Москвы, то все мы бы увидели то, полтора года назад в Москве, то, что мы увидели сейчас в Дамаске. Вот. Но у Пригожина не хватило решимости, ну, если по-грубому сказать, не хватило яиц для того, чтобы дойти до Москвы, и в результате он поплатился головой за это дело. Вот. То, что произошло в Сирии, я должен вам сказать, что это, конечно, виноват в этом Путин, потому что у Путина, и это тоже мы с вами обсуждали, и с вашими коллегами, я вам многократно говорил, у Путина сейчас нет сил ни на что, кроме Украины. Причем не просто ни на что, кроме Украины, а ни на что, кроме Центрального фронта на Донбассе. Ничего другого, никуда в другое место Путин ничего сделать не может. Он не может ничего сделать на севере Украины под Харьковом. Он в Волчанске уже стоит 10 месяцев и ничего не может сделать, наоборот, отступает уже. Он не может отвоевать в Курске свои собственные территории. Вот. Он может вот просто продавливать тупо то место, куда он собрал все свои силы и все свои средства, но это отнимает все его войска и все его силы, все его финансы и весь его интерес и все его внимание от любых других мест. И на самом деле я вам говорил, что вот для грузин, например, сейчас идеальная возможность воспользоваться такой слабостью Путина и устроить в Грузии революцию. Скинуть там Иванишвили, скинуть эту грузинскую мечту в задницу, потому что понятно, что грузинская мечта без путинской поддержки вообще ничего. Это партия, за которую, естественно, никто не голосовал, там поддельные результаты, 60% или 70% грузин выступают за европейскую, так сказать, интеграцию. И, кстати, грузинская мечта, наоборот, все сделала, чтобы подтолкнуть грузин, но грузины были почему-то очень пассивные. Значит, вот в Сирии оказалось все не так. Все сирийцы оказались не пассивные. Да, можно там спорить по поводу того, кто из них пошел в эту атаку. Потому что Башара Асада, жуткого диктатора, свергли, но его свергли еще худшие, так сказать, люди, его свергали всякие там террористы исламские, которые до этого там
головы, там, я не знаю, там устраивали жуткий совершенно джихад, вот, и совершенно непонятно, чем это закончится. Больше того, я даже считаю, что это закончится таким же хаосом, как это закончилось в Ираке, как это закончилось в Ливии, потому что Сирия – это лоскутное одеяло, в котором слишком много акторов, между которыми постоянно идет в лучшем случае противоречие, а в худшем случае гражданская война. Мы это видели уже в 2011 году. Кстати, Башара Асада, если бы его не защитил тогда, в те времена, там, с 11 по 15, 17 годы Путин, то его бы уже тогда скинули. Вот. Ну, значит, Асад на самом деле был не такой уж и сильный диктатор, как он надувал щеки, потому что он поступил как Николай II. То есть он, грубо говоря, отказался сам добровольно от престола. Он сам уехал за границу, вот, и когда этот человек уехал, то его армия не стала даже за него воевать, потому что, в общем, мы их на голодном пайке держали. Вот. И для, ну, для Путина это, конечно, жуткий прокол. Но одновременно это победа Израиля, потому что, строго говоря, то, что произошло в Сирии, это потому, что Израиль до этого обезглавил Хизбаллу на юге Ливана. А Хизбалла – это вторая сила и, может быть, даже иногда даже основная сила, которая поддерживала искусственно Асада. Это прокси иранские. И тем, что Израиль их обезглавил на юге Ливана и даже на юге Сирии, он обеспечил возможность такого продвижения. То есть, грубо говоря, Путин не мог ничем помочь Сирии, извините за тавтологию, потому что у него просто нет военных сил, они все сконцентрированы в Украине. И Хизбалла не могла, и Иран не могли ничем помочь Асаду, потому что их разбомбили и обезглавили израильтяне. И в результате, в общем, конечно, эту революцию подготовил Израиль. Кстати, вот здесь это такая символика, потому что была такая конспирологическая версия о том, что нападение Хамаса на Израиль, частично в нем участвовала Российская Федерация, там и деньгами, и подготовкой боевиков, и вообще Путин хотел вроде бы спровоцировать эти, значит, беспорядки в Израиле для того, чтобы отвлечь внимание от Украины, западного мира, Америки прежде всего, чтобы помощь военная шла в Израиль, а не в Украину. Вот. И вот теперь это ему вернулось вот таким, такой ответкой. Более того, Сергей, еще интересно, что сегодня Израиль вычеркнул, да, Курдскую рабочую партию с террористических организаций. Это враг номер один Турции. Тоже такой хитрый ход. Там, я так понимаю, много ходовка присутствует. Сергей, хотел бы вас спросить еще, конечно же, о визите Трампа в Францию, да, когда на открытие собора Парижской Богоматери, после того, как была ужасная... Он горел, да, 5,5 лет тому назад. Почему именно Трамп выбрал первый визит в Францию? Почему Макрон? Как на это реагируют сами французы? Насколько реально то, что Макрон берет очень серьезное какое-то участие свое в том, что сейчас происходит в Украине? Потому что мы знаем, что 12 декабря должен встречаться Макрон с Туском в Польше и говорить о миротворцах. Уже говорят, ссылаясь на источники, что якобы должно быть в Украине 8 бригад, общее количество 40 тысяч военных миротворцев. Как вам вообще вот все это выглядит, вот это договоренности? И что интересно, всегда упоминали Китай, который поддерживает Россию. Вот в этих сейчас проявлениях, в этих диалогах Китай полностью отсутствует. Ну, во-первых, не было никакого визита Трампа во Францию. Была частная поездка кандидата, которого только что избрали официально 5 ноября в Соединенных Штатах Америки, но который не является президентом Соединенных Штатов Америки, который не вступил в должность, который даже не утвержден, и его даже коллегия выборщиков официально еще даже не избрала. Это все еще впереди. Вот, и поэтому это был не визит Трампа. Трамп не представлял Соединенные Штаты Америки. Трамп представлял самого себя. И поэтому в этом смысле вот мне уже, увы, неоднократно задавали этот вопрос и ваши коллеги. Вот, и я всем говорю такую немного разочаровывающую вещь, что все видят почему-то какие-то переговоры Трампа с Макроном и с Зеленским. Никаких переговоров Трампа с Зеленским не было.
И быть не могло, потому что Трамп никого сейчас, кроме себя, не представляет. Ему запрещено вести переговоры от имени Соединенных Штатов Америки. Он еще не вступил в должность. Сейчас есть действующая администрация, есть действующий президент Соединенных Штатов Америки. Если Трамп попытается что-либо сделать от имени США, его посадят в тюрьму за узурпацию власти. Вот почему-то в Украине это очень плохо проходит, эта мысль, и все видят эти переговоры какие-то, и все хотят увидеть там либо положительные какие-то, либо отрицательные стороны, и говорят, вот там Трамп чего-то там готовит. Ничего он не готовит, он готовится вступить в должность 20 января 2025 года. До 20 января 2025 года Трамп абсолютно неофициальное лицо в Соединенных Штатах Америки. Вот. И, соответственно, никаких переговоров в Париже не было. Это была встреча, поэтому, кстати, она под перевод шла 35 минут. Три человека просто похлопали друг другу по плечам, сказали, что все классно, все замечательно. Вот Трамп, значит, посмотрел на Макрона, Макрон посмотрел на Трампа, подъехал президент Зеленский, все посмотрели на друг дружку, сделали красивую фотографию. Фотография красивая, безусловно, и дипломатически это довольно сильный ход дипломатии президента Зеленского. Но никаких договоренностей там, как вы сами понимаете, не было и быть не могло. Кроме того, у Макрона сейчас, ну, в принципе, люди, которые не занимаются Францией, это им не очень интересно, и они не знают даже, что у нас сейчас нет правительства, у нас сейчас нет премьер-министра, у нас только на прошлой неделе прошел вотум недоверия правительству Мишеля Барнье, и поэтому Макрону, на самом деле, нужно было это собрание для того, чтобы показать, что он еще до сих пор значимое лицо, и на самом деле французские президенты всегда, когда у них все плохо внутри Франции, они страшно активно начинают заниматься геополитикой и внешней политикой. И по этому поводу, значит, вот Макрону было интересно пригласить Трампа и Зеленского в Елисейский дворец, чтобы создалась такая картинка, что типа Макрон занимается решением каких-то международных важных вопросов, хотя, как я вам еще раз подчеркиваю, никаких договоренностей, никаких переговоров во время этой встречи в Елисейском дворце не было. Это была неформальная встреча, значит, на которую Трамп не приезжал как представитель Соединенных Штатов Америки. Дальше Макрон потому и едет в Польшу, что ему опять же нужно, так сказать, создавать впечатление, что у него все нормально внутри Франции. У него абсолютно все ненормально внутри Франции. Он не может выбрать премьер-министра. В парламенте не могут согласиться с кандидатурами, с которыми и с подходом к тому, как Макрон собирается выбирать нового премьер-министра и представлять его на утверждение парламенту. И поэтому ему выгодно сейчас поездить по иностранным государствам, в частности, в Польше. Ну и слава богу, для Украины это хорошо, потому что у Макрона образовалось больше времени, чтобы заниматься украинскими делами. Вот. Ну, поскольку он, у него большие запросы, у него большие амбиции, он хочет быть таким, представлять себя в качестве такого лидера европейского, то, в общем, те переговоры, которые он собирается вести в Польше, это интересная вещь для Украины. И дай-то бог, что там что-то продвинется в положительную сторону. Вот. Но говорить о том, что Макрон такой уж прям весь такой сильный, еще раз подчеркну, нельзя, потому что он потому и занимается геополитикой, что у него все очень плохо во Франции внутри. Сергей, также хотел бы вспомнить о контактах Орбана, потому что вот 9 декабря он летал в Флориду, Мар-а-Лаго, да, это вилла Трампа, где он встречался, очень уютные фотографии и с Трампом, и с Илоном Маском, и Уолтсом, все ближайшее окружение Трампа. И 11 вот, декабря он целый час, Орбан, говорил по телефону с Путиным. Можно мы ли предполагать, что он такой посредник между Путиным и Трампом? Потому что официально Трамп что говорит? Что он после того, как победил на выборах президента, он не говорил с Путиным. И вот тоже последнее его слово. Он сказал, что для него приоритетом это будет украинский вопрос. Он говорит, конечно же, Ближний Восток, но там не такая сложная ситуация, как в Украине.
Да, здесь можно сказать, что это может быть вот такая карта, потому что именно то, что я вам рассказал, что Трамп сейчас не может вести никакие переговоры напрямую, поэтому он не может никакому Путину звонить. Путин – это государство, с которым Соединенные Штаты Америки находятся почти в состоянии войны, кстати, со стороны Путина. Путин считает, что он воюет уже с США, и поэтому переговариваться будущему президенту Трампу с представителем страны, которая ведет войну с твоей страной и считает, что она ведет войну с твоей страной, не политически, ни геополитически, ни юридически невозможно. Вот. Потом, в этом смысле подмогу ему может оказать действительно Орбан, вот, потому что Орбан сейчас еще формально является председателем в ЕС Венгрия, хотя, кстати, все переговоры на высшем уровне от имени ЕС, где председательствует Венгрия, блокируются, кстати, другими странами европейскими, потому что у него есть очень большая оппозиция внутри Европы. Вот. Ну и Орбану просто тоже, ведь всем же нужно пиариться, всем же нужно доказывать, что они такие вот важные, что они, видите, встречаются с важными людьми, с теми, кто является первыми лицами не только в своей стране, но и на всей планете. Поэтому Орбану, конечно, очень приятно это делать. Трамп его с удовольствием принимает, потому что они, в общем, похожи, так сказать, психологически. Орбан – это человек, который никогда ничего не критикует Трампа, он только поддакивает и пытается от Трампа получить какие-то подачки. Вот видно, что это человек, который находится в таком в зависимом положении. Он согласился с тем, что он находится в зависимом положении. Вот. Нам интересно больше Польша. И, кстати, вот поездка Макрона именно в этом смысле важна, потому что после Орбана председательство в ЕС займет Польша. И мы надеемся, что при этом председательстве шестимесячном будет совсем другая политика, а не та политика, которая была у Орбана. Но действительно, Орбан может выступать в качестве такого посредника неофициального, потому что Трамп официально ничего, никаких переговоров вести не может. Орбан, как действующий политик, может там себе чего-то позволить. И поэтому он сначала слушает, что там говорит ему Трамп, потом, может быть, транслирует это там у Путина, и таким образом все готовятся к тому моменту, когда Трамп заедет в Белый дом, и когда вступит в полномочия, когда начнет иметь возможность уже реально принимать какие-то решения от имени Соединенных Штатов Америки. Здесь я с вами соглашусь, да, такая комплотистская версия, такая заговорческая версия вполне вероятна. Сергей, очень много официальных лиц говорят, что после инаугурации Трампа 20 января 2025 года должно что-то произойти в войне России против Украины. Это Туск, премьер-министр Польши, говорит, что возможны переговоры, мир изменится, говорит Эрдоган в следующие 2-3 месяца. Вот после разговоров с Трампом и Путиным, Орбан сказал, что в первые дни после инаугурации что-то произойдет. Многие говорят. Как вы считаете, по вашему мнению, реально ли то, что в первые дни может состояться какая-то договоренность, какое-то подписание? И главный вот под вопрос этих вопросов, а почему Путин должен соглашаться на какие-то договоренности? Ну, вот вы ответили уже сами на собственный вопрос, да, потому что это все разговоры. Мы понимаем, что Трамп давал обещание за 24 часа закончить войну после того, как он станет президентом Соединенных Штатов Америки. Сначала он там разогнался и сказал, что, возможно, мне даже удастся в перерыв пока что, когда я еще не стану официальным президентом и уже, так сказать, уже закончу эту войну. Но вот когда он не стал еще президентом, но уже как бы понятно, что он избран, вот он стал понимать, что все, что он наговорил во время предвыборной гонки, это не все будет исполняться. У него, конечно, желание есть быстро продвинуться сразу после вступления в должность, и поэтому все ждут какого-то резкого шага и какой-то договоренности и так далее. Но никто не знает, чем это реально закончится. Даже сам Трамп не знает, чем это реально закончится. То есть есть
зондирование, есть прощупывание позиций, есть отработка каких-то стратегий. Вот. Но чем это реально, что реально произойдет с 20 по 21 января в Белом доме, мы не знаем. Ну, скорее всего, Трамп очень много будет подписывать под камерами каких-то указов. В частности, он наверняка будет подписывать указ о помиловании всех тех, кого преследовала американская юстиция по поводу попытки государственного переворота 6 января 2021 года. Вот это понятно, что это будет. Он будет подписывать, естественно, много указов о назначении своей команды в свою, значит, вот всех тех, кого он заявил. То есть понятно, что он устроит из этого дела огромное шоу телевизионное, как это он любит устраивать. И, скорее всего, он чего-то там попытается сделать по поводу Украины. Но что именно, мы не знаем. Кстати, почему я об этом начал с вами говорить, Сергей? Потому что даже в России об этом говорят косвенно. Вот Нарышкин, глава внешней разведки, говорит следующее, что так называемая СВО, цитирую, приблизилась к достижению поставленной цели. И также говорят, что вот на пропагандистских шоу уже начинают приглашать тех людей, которые говорят, что войну нужно заканчивать. Вот почему так? У меня вот, знаете, Сергей, интересует, может быть такое, что вот мы видим, да, что экономика трещит по швам в России, рубль провалился, многие сферы, там инфляция просто-таки очень высокая. С одной стороны, добивать экономику тоже как-то неправильно, а с другой стороны, если прекращать войну, с таким военно-промышленным комплексом нужно что-то делать, куда-то нужно дальше воевать. Ну, в таких вот... К чему я веду? Что Путин не может уже не воевать. Когда он при власти, он постоянно должен с кем-то вести войну. Ну, во-первых, Нарышкин – это никто, это человек, который не занимает никакой значимой позиции, это просто человек, который, опять же, зондирует публично какие-то тезисы, интересующие Кремль. У Нарышкина не осталось репутации после 21 февраля 22 года, когда он блеял на заседании Госсовета, и с тех пор ни один серьезный человек серьезно к Нарышкину не относится. Вот, поэтому то, что он там говорит, это его как бы личное дело. Ну, понятно, что ему поручили в Кремле это сказать, потому что сам он такую инициативу взять не может. Просто такой рупор, значит, поскольку все знают, что на Медведева вообще уже перестали реагировать, и даже на самого Путина перестали реагировать, поэтому надо немножко сменить какую-то картинку, ну, не Соловьева же слушать, значит, все-таки какое-то, так сказать, лицо, облеченное хотя бы формально должностью в Российской Федерации. У России очень большие проблемы, потому что действительно эта война практически уничтожает экономику Российской Федерации. И все экономисты в этом прекрасно понимают. И даже экономический блок правительства Российской Федерации это прекрасно понимает. Это понимает Набиуллина, это понимает Силуанов, это понимает Мишустин, это понимают все люди, которые реально связаны с какой-то экономикой. Это понимает, кстати, даже и там, Борисов, и люди, которые отвечают за ВПК, потому что они знают, что этот ВПК работает на всех парах, но делает все плохо. У них нет на самом деле своей электроники, у них нет своих компонентов. Все это надо воровать на Западе, привозить какими-то обходными путями. Все это стоит дорого. Рубль, который обесценивается, удорожает еще больше стоимость этого производства. Чемизов уже прямо говорит, что военная промышленность Российской Федерации близка к коллапсу, что при ставке Центрального банка в 21%, а там говорят уже теперь о 25%, ни одно предприятие не может быть прибыльным, и что все они просто обанкротятся. И это все всем понятно. Вот. Другое дело, что действительно эта машина разогнана. Но говорить о том, что если война остановится, то некуда будет ничего девать, я бы тут не согласился с вами, потому что я вам напомню, что сейчас Российская Федерация практически остановила экспорт вооружений. Она раньше экспортировала на уровне 14 миллиардов или там, 15 миллиардов долларов в год вооружения. Она была вторым экспортером в мире. И вот если остановится война,
и этот военно-промышленный комплекс продолжит на тех же парах, постепенно останавливаясь, клепать еще чего-то, то это чего-то можно будет туда-то продавать, туда, куда Российская Федерация раньше это продавала. Может быть, не сразу в тех же объемах, но, в общем, пристраивать эту продукцию военно-промышленного комплекса будет куда, потому что всегда найдутся страны, которые захотят пополнить свои запасы вооружений. Вот, и, в принципе, Российская Федерация как бы может надувать щеки, она может говорить, вот видите, какое это оружие у нас там эффективно было, вот как мы его использовали на поле боя, оно доказало свою там эффективность и так далее. То есть в этом смысле это не так все безнадежно продолжить клепать вооружение, даже если война остановится на самом деле, потому что просто вместо того, чтобы, так сказать, идти на уничтожение сразу на поле боя, это вооружение может даже приносить какой-то доход в валюте в виде экспорта вооружений. И в любом случае, вы знаете, любой итог войны всегда с помощью пропаганды можно преподнести как победу. Это старая история. Кстати, вот в этом смысле Путин абсолютно берет пример с Трампа, потому что Трамп уже многократно доказывал, каждый раз, когда он проигрывал какое-то дело в суде, каждый раз, когда у него чего-то там не состаивалось в его инвестициях, он всегда публично говорил о том, что он выиграл все и что он, значит, продвинулся вперед, хотя он терял на этом деньги, он был банкротился там и так далее. То есть, на самом деле, пропаганда всегда может рассказать россиянам, потому что, ну, напольный бой же ведь никто не был, кроме тех, кого там уже и так убили или поранили. Вот. А большинство-то россиян на поле боя не ездили, поэтому им можно продать любую версию, любую картинку. Сергей, и последний вопрос. Вот Кадыров бросился на Колокольцева, тот, кто с 12 года руководит МВД, и также Бастрыкин, Следственный комитет. Он сказал, что они виновны в том, что там иммиграционные сейчас вопросы очень резко ставятся ребром в России, и то, что есть потери в операции, имеется в виду, что война в России в Украине, можно было сделать гораздо больше. А вообще, вот наброситься на Бастрыкина и Колокольцева со стороны Кадырова, насколько это серьезно, вы считаете? Это очень серьезно, потому что это два федеральных чиновника высокого уровня, один из которых, кстати, очень близок к Путину, я имею в виду Бастрыкина. Вот, и Кадыров здесь явно перегнул палку, явно совершенно перегнул палку, и ответом ему, кстати, было заявление такого ЧВК «Испаньола», которая такая полуфашистская ортодоксальная организация русофилов и антимусульман, которая просто чуть ли там, ну, мягко сказала Кадырову, что не извинишься, убьем. Вот, то есть там начинается, в общем, разгон этого скандала, потому что Кадыров просто заигрался. Это давнишняя история, я вам ее рассказываю уже там больше года, что Кадыров на самом деле представляет из себя чуть не исполняющего обязанности президента Российской Федерации, что Путин боится ему сказать хоть одно слово, ездит в Чечню целовать Коран, и это все очень не нравится русским фашистам. И на самом деле я вам всегда говорил, что все идет к тому, что в Российской Федерации может закончиться гражданская войной на этнической, на религиозной почве, когда будут вырезать всех кавказцев, всех мусульман, значит, русские фашисты или наоборот. Вот. И поэтому, конечно, вот такие заявления Кадырова публичные, они только подогревают эту обстановку, и все идет по тому предсказанию, которое я вам и публично озвучивал в наших интервью, и написал в своей последней книжке. Вот. Потому что я, в общем, говорил, что вполне возможно, что в России вообще начнется гражданская война, и тогда Путину будет не до Украины, и вот теперь мы, как видим, ему уже и не до Сирии. Сергей, большое вам спасибо за этот разговор, спасибо, что нашли время, да, проговорить про важные реальные процессы, которые сейчас происходят, и их объяснили и проанализировали. Спасибо. Спасибо. Нагадаю, з нами був Сергій Жернов, екс-співробітник КГБ та зовнішньої розвідки Російської Федерації. Ви ж поставте вподобайку, підпишіться, якщо не підписані, коментуйте і, звісно, діліться нашою розмовою. Мене звати Ігор Гаврищак, з вами побачимось в ефірі 24 каналу.